Всем привет! Доброе утро, или оно не доброе, непонятно. Ну вот, что тут происходит у меня с нерестом таракана? Да ничего не происходит. Вчера весь вечер были какие-то не очень активные действия. Ну, икра металась. Вот даже что тут осталось? На дне вот маленькие икринки тут местами лежат, на фильтре что-то есть, но результата, которого я ожидал, я не вижу. Парочка спокойненько отдыхает, это там за фильтрами. Гнездо стоит, причем стоит с пеной, но икры в нем я не вижу. Ну, несколько там икринок проглядывалось, больше ничего. Активности со стороны самца я тоже не вижу. Единственное, что происходит, когда я подхожу к аквариуму, самец выплывает из кустов к этому стеклу и типа что-то хозяин пришел. У меня здесь все под контролем. Сейчас было то же самое. Посмотрел на меня и куда-то уплыл обратно в укромное место. Вот не знаю, что и говорить. И это все. Или все же продолжение какое-то еще будет. Самочка еще толстущая, насколько я мог наблюдать. То есть икру она всю явно не отметала. Сейчас 5 часов утра. Заглядывал я к ним и в 2 часа ночи. Активности особой не было. Самец подплывал к гнезду, подстраивал его. Самочке иногда помогала. Ну вот, факт в том, что икра где-то вот встречается, местами налипшая. И вчера на дне тоже штук 20-30 я видел, но она была благополучно съеденная самцом. Вот, опять проплыл, типа, что ты хочешь? Ну и ушел обратно. Вот так вот, не знаю. Все ли это или нет. Будем смотреть дальше. Неужели в этот раз нереста ни икры, ни малька я не увижу? Обидно. Но надежда умирает последней. Пока гнездо еще есть. Будем надеяться, что что-то продолжится в их действиях. Ну, пока все.